Приход лета в Магадан жители областного центра связывают не только с теплой погодой, но и с преображением столицы Колымы. Все вокруг зеленеет на глазах. Но если большая часть зелени начинает радовать колымчан, просто подчиняясь законам природы, то клумбы, железобетонные и металлические вазоны, подвесные кашпо и композиции в интерьере города возникают благодаря труду и заботе работников комбината зеленого хозяйства. Наконец-то распогодилось. Сотрудники нашего учреждения продолжают украшать наш любимый город цветочками. Работа спорится, идем с небольшим опозданием, но я думаю, что мы наверстаем упущенное, и к назначенному времени город заиграет прекрасными красками наших замечательных колымских цветочков. В районе магазина «Пассаж» по проспекту Карла Маркса и в сквере по проспекту Ленина 2 будут установлены подвесные кашпо. Всего более 100 штук. Различных клумб в десятках общественных мест областного центра высадят на площади свыше 4500 квадратных метров. Железобетонных вазонов 102 штуки, металлических 67, пластиковых 56. Объемы серьезные, сроки ограничены. Но команда комбината зеленого хозяйства – коллектив профессионалов. Поэтому съемочная группа вечернего Магадана после выезда на участки цветочной работы уверенно заявляет: Магадан очень скоро станет нарядным и ярким.